Что он уже, конечно, выходит за рамки нашего этого помещения. Давайте мы сейчас еще в центр нашего кола пошлем лучики от сердца добра, света, любви. Сформируем такой огромный шар, а потом с возгласом «Ура!» мы в пространство его отпустим. Договорились? Давайте минутки две постоим, уравновесим все наши энергии и создадим такой огромный светящийся шар. Это все самое хорошее свет. Это 3-4. Ура! Благодарим вас, дорогие друзья. Что скажем? У нас еще есть волшебные слова. Волшебные слова, с которыми мы дальше поедем. И которые всегда в пространстве будут изучать. Первое — это девиз нашего тура, с которым мы дальше поедем. Родом Русь сильна. Давайте там 3-4 все вместе скажем, да? 3-4. Родом Русь сильна! Ура! Вторая фраза у нас родилась из такого соединения двух фраз, и она стала звучать так. А на роду быть добру. Ну и давайте на 3-4. А на роду быть добру! Ура! Ну и, конечно же, еще одна фраза, которую уже все знают. На земле быть добру. На 3-4. На земле!